Ну что ты такая, девочка моя? Ну, иди сюда, моя хорошая. Не бойся. Она пугливая. Ее нашли недавно. Она пугливая. Она немножечко стала уже привыкать, но ей срочно нужна помощь. Ей нужна срочно семья, которая будет ее любить и поможет ей адаптироваться. Она хорошая девочка, но она пугливая. Она вот ложится, если ее положили, она уже не встает, да? Ну, вот, вот такое дитё. Она хорошая, она умничка, она красавица. Да, ты хорошая девочка. Но она старается постоянно удрать, спрятаться. Да, котик, иди сюда, солнышко мое. Моя маленькая. Моя девочка. А, Котя, красавица такая маленькая. Красавица девочка моя. Мы еще не дали ей имя. Но я думаю, сейчас придумаем что-нибудь красивое, грозное. Потому что девчонка просто замечательная. И она будет храброй и хорошей. Просто сейчас ей в жизни досталась хорошая девочка. Да, котик, повернись. Хорошая моя маленькая, хорошая. Нам срочно нужна помощь. Срочно нужна семья, которая сможет полюбить этого ребенка. Да, детка? Ну, иди сюда, повернись. Вот так, повернись немножко. Ты красавица. Ты такая красавица. Хорошая, хорошая девочка. Вот такая девочка у нас. Красивая.